Здравствуйте, сегодня 3 ноября, 3, да? 3 ноября 2021 года. Нахожусь на Дворянском гнезде, ландшафтный сквер, Дворянское гнездо. Это беседочка наша замечательная. А, это река Орлик. Больница имени Круглой. Осмотровая площадка, дом Лизы Калитиной там. Там мост Васильевский вдали. Вот хочу пройтись по этому обрывчику и снять небольшой ролик для вас, дорогие зрители моего канала. Что мы здесь видим? Склоны поросли этими кленами, наверное, да? Их опять уже нужно вырубать. Недавно вырубали, опять все заросло, опять надо вырубать. Вот и будут, наверное, вырубать. Там виднеется дорожка в Парк Победы. Время сейчас 16 часов, может быть, даже 16:30. Река Орлик такая холодная, такая осенняя. Виднеется недострой по Панчука 83А. За ним 83-й дом. Он, по-моему, уже частично заселен. А может быть и нет. Что еще сказать про это место? Парк Победы. Вот решил прогуляться. Вышел на Дворянское гнездо. И в таком разрешении, повыше, чем обычно, решил снять ролик. Хотя не знаю, есть ли в этом смысл, потому что туманно как-то, видимость не особо хорошая. С утра был дождь, сейчас он прекратился. Установилась такая туманная, осенняя, влажная погода. Мы видим листья, такие уже опавшие, деревья сбросили их. Какие-то еще не сбросили. Травку видим мы, пока еще зеленую. Люди вот гуляют. Что еще сказать? Обрывчик этот опасный, потому что пару лет назад, мне кажется, тут такая информация прошла, что два приятеля сидели, пили пивко, и упал один из них туда, и погиб. Вот такая была информация пару лет назад, если не ошибаюсь. Видите, как все позаросло. Вот когда-нибудь это придется вырубить. То, что весной, я так чувствую, тут будут заросли просто. А ведь вырубали, вырубали. Труба стоковая. Вырубали, и опять все заросло. Вот такой небольшой ролик. Спасибо вам за просмотр. Всего доброго. Подписывайтесь на канал Дмитрия из Орла. Получайте свежую информацию о нашем городе, о торговых объектах, о культурных объектах, о природе и культуре замечательной нашей Орловщины.